Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня у нас на обзоре помощник на кухне. Хлебопечка Braier BR2700. Будем разбираться, что за чудо техники перед нами, какие у нее фишки и, конечно, обсудим ее сильные и слабые стороны. Так что устраивайтесь поудобнее, будет много интересного. Ссылки на товар, как всегда, в описании. Поехали! Итак, давайте начнем с внешнего вида хлебопечки Braier BR2700. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, который сразу привлекает внимание своим стильным черным цветом. Этот нейтральный оттенок отлично впишется в любой кухонный интерьер, будь то минимализм или классика. На передней панели расположен удобный дисплей, который четко отображает все выбранные параметры и показывает стадию приготовления вашего будущего шедевра. Визуально и функционально этот экран добавляет устройству не только удобства, но и современности. Ну а если вас уже заинтересовал этот гаджет, обязательно загляните в описание под видео. Там я оставила ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный промокод для выгодной покупки. Хлебопечка Braier BR2700 обладает целым набором полезных функций, которые делают ее настоящим кулинарным помощником. Начнем с того, что ее максимальная мощность составляет 550 Вт, что позволяет быстро и легко справляться с приготовлением разнообразных блюд. Но главная фишка здесь – это 12 автоматических программ. Представьте, сколько разных видов хлеба и выпечки вы сможете приготовить. Тут вам и классический белый, и ржаной, и даже сладкий. Булочки для утреннего чаепития. А теперь внимание, что особенно приятно – возможность выбора размера выпечки. Вы можете настроить хлебопечку под свои потребности, выбрав вес 700 или 1000 граммов. Это особенно удобно, если у вас небольшая семья или, наоборот, планируется угощение для большой компании. Не забудем упомянуть и про функцию поддержания температуры после выпекания. Целых 60 минут ваш хлеб будет оставаться теплым и ароматным, как будто только что из печи. Ну и, конечно, полезный таймер отсрочки на 13 часов, который позволит вам запрограммировать хлебопечку так, чтобы свежий хлеб ждал вас к завтраку. Настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и вкусную еду. Теперь давайте посмотрим, что говорят реальные пользователи о хлебопечке Braier BR2700. Я тщательно изучила отзывы владельцев и выделила основные преимущества и недостатки этой модели. Начнем с минусов. Слабое крепление крышки. Некорректный мануал. А теперь о плюсах, которые покупатели оценили больше всего. Есть режимы корочки. Удобное меню. Легко мыть посуду для хлеба. Много программ для выпечки. Стильный дизайн. Почти бесшумная работа. Компактные размеры. Отличное качество выпечки. На этом наш обзор подходит к концу. Не забывайте, что в описании под видео я оставила ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод, который поможет вам сэкономить на покупке. Делитесь своими мыслями и опытом использования хлебопечки Braier BR2700 в комментариях. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Если вам понравилось это видео и хотите больше обзоров, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорых встреч, друзья, и до новых обзоров!